Получилось после закрытия люка, вроде один контактик не показал. Мы сейчас снимем люк, а потом установим его снова. Так что вы не волнуйтесь. Вас понял. Все нормально. Совершенно спокоен. Давно такого не было. Все тело в поту. Ну как, музыку дали вам, нет? Пока нет. Надеюсь, скоро будет. Ну, понятно, ведь это ж музыканты. Пока туда, пока сюда. Дали про любовь. Да, это толково. Герметичность проверена в норме. Все в полном порядке. Прием, как поняли. Вас понял. Да, картинка не первый сорт. Тухлая картинка. Помехи, товарищ главный. Корпус ракеты фонит. Проверка, у кого радиосвязи. Кедр, я заря-1. Кедр, я заря-1. У нас все нормально. До начала наших операций, до минутной готовности еще несколько минут. Сегодня день, а, ребята? Такого еще не было на планете Земля. Ну вот оно. Сейчас и начинается. Приготовить ключи. Приготовить ключи. Есть. Есть приготовить ключи. Есть.
Сканируем подробности. Понял. Ключ на старт. Ключ на старт. Есть ключ на старт. Понял вас. Ключ поставить на дренаж. Есть ключ поставлен на дренаж. Ключ поставлен на дренаж. Понял. Отошла кабель мачта. Понял. Дается зажигание. Предварительная ступень. Понял. Промежуточная. Главное. Поехали. Весна, я Кедр. Прием. Заряд
слышите? Вас понял, слышу удовлетворительно. Как проходит полет? Машина работает отлично, полет проходит нормально. Продолжаю полет на орбите. Привет, блондину! Ты не блондин. Тысячи лет люди всматривались в это небо и мечтали. Пытались дотянуться до звезд. Приглядись, Юра. На первый взгляд хаос. Но именно в этом хаосе зашифрована гармония. Где-то там разгадка нашего существования. Мы стоим на пороге Вселенной. И осталось сделать лишь один шаг. Давление в отсеке 1,2. В ручной системе 150. Как проходит полет? Вас понял, Весна. Полет проходит нормально. Настроение бодрое, продолжаю полет. Нахожусь над Америкой. Во взор вижу, как проходят звезды. Очень красивое зрелище. Продолжаю полет в тени Земли. Внимание, вышел из тени Земли. Вправо иллюминатор, во взор видно, как появилось солнце. Объект вращается. Очевидно, работает солнечная система ориентации. Вот сейчас во взор вижу Землю. Пролетаю над морем. Направление движения над морем определить вполне можно. Разрешение при необходимости перейти на ручное управление. Как поняли? Вас понял. Готов перейти на ручное управление. Передал. ТДУ сработало. Сработало, значит, автоматика. Thank you.
Они, вы на мэр. Бельмейм балам, каштык. Ух, балам. Стойте! Да стойте же! Я свой!